Любовь или привычка? Любовь или любовь в кавычках? Что несут наши выдохи, гордость изгоев в лагере? Как обычно? Или же нашлась отмычка от необъятного чемодана радости, весной снова посадим плод? Осенью обратно хотим расти. Вторичная или первичная инъекция добра человека, лысого кактуса, что прячет иглы для той, что меньше, но гораздо больше, чем пуса. И не надо и черного туза глаза не врут. Красные имеют. Две птицы, оторванные от стаи, друг друга небесами леют. Если любовь в кавычках приносит чудеса, то это неплохо, может, она должна быть с птичками. Живем не так одиноко. Одиночество бояться не моя стихия. Одиночество как часть игры с названием «Жизнь» на планете Земля, куда нам выпало попасть. В руке топор, в руке пила, рубай, пили свою обитель. Где я там боль, где ты там радость, значит, я не во благо грабитель. Но если б не видел средь океана большой плодородной суши, смыл бы всю нашу соль спиртом, тихо, ночью, в душе. Что вы еще сделаете для того, чтобы стать крутой звездой Ютуба? Охрененный комик.
мы говорим пока. Нет. Пока. Пока. Что, как дела? Нормально. Мне набили татуху. Не, мне просто набили финал на левой руке, вышел от тебя сзади. Синего цвета. Знаешь, типа по утяде крени сзади, у нас грязные. До побачення, українською мовою. Мир, дружба, жвачка. Блин. Все, братан, с первой тебя. Какой у тебя уже подготовок, я очень рада познакомиться. Ты очень лучистый чувак, сияющий. Я думаю, мы сейчас увидимся не раз, братан. Все, огонь. Мир, вугинь. Нет, так не делай. Все, давай, пока. Все, пока.